Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Жорж Сюра. Цирк. Холст масла 186 на 152. Жорж Сюра является основателем неоимпрессионизма или дивизионизма, отличительной особенностью которого является поистине революционный способ нанесения краски на поверхность холста и не менее шокирующий метод получения необходимого тона. Изображение создавалось раздельными точечными мазками, близко расположенными один к другому. Краски не смешивались на палитре, нужный оттенок создавался благодаря выверенному соседству локальных цветов. Достичь этой точности художнику помогало изучение новейших открытий в оптике. Вблизи картина написана таким «научным» в кавычках методом, является собой хаотичное месиво, зато на расстоянии мазки, выполненные чистыми красками, сливались в соответствии с законами восприятия цвета и выявляли задумку художника. Такая «механическая» в кавычках живопись находила как сторонников, так и ярых противников. Картина «Цирк» – последняя работа Жоржа Сюра, которого он не успел дописать из-за преждевременного ухода из жизни. Это прекрасный пример примирения научных экспериментов с чисто художественными задачами. Ну, вот такое описание нашел в интернете. Картина Жорж Сюра «Цирк» находится в музее Орсе, Париж. Пока-пока, до свидания. Текст «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.